Маска в конфете – это некий шаблон. Я у Ольги училась онлайн на курсе «Шоколадный старт». Пройдя школьный «Шоколадный старт», поняла процессы работы с шоколадом и для того, чтобы что-то начать уже делать, решила посетить открытый мастер-класс в Москве. Я давно задумывалась о конфетах, и тут так совпало, что Ольга вот приглашает здесь, в Москве, к себе в студию. Ну, почему нет? Все сложилось. Вот я тут. Это вообще отдельная вселенная кондитерская. Шоколад всегда требует хоть какого-то минимального участия вместе с мастером. Таким людям, как я, вот визуалов очень помогает именно вот работа вживую с мастерами своего дела. Мне нравится то, что Ольга объясняет все очень доступно, очень подробно. Она объясняет всю химию процессов. Ольга действительно очень классный мастер по шоколаду и по всем, что связано с десертами. Даже если сделали ошибку, нам показывают, как ее исправить, как реанимировать материал. И вот эти навыки практически, они дополняют теоретическую часть, без которых не добиться идеального результата. Олега Хатько, такие курсы, как макаронс, шоколад, они очень хорошо поставлены с точки зрения технологии, понимания процессов, нигде больше такой глубины знаний не дают. После ее обучения ты разбираешься во всех нюансах и тонкостях шоколадного дела. Спасибо ей за все навыки и знания, которые она вкладывает в каждого из нас. Ольга очень классный учитель и человек. Спасибо большое. Вот, прям низкий поклон. Спасибо вам за доверие.